С вами Антон с salalognino.com. Сегодня у нас обзор самой легендарной игры в истории Call of Duty. Call of Duty — это игра, которая всегда выжигала напалмом твои волосы, после которой трудно смотреть на другие игры. Ты смотришь и такой: «Блин, не верю, такое может быть в 18-м году!» Это ведьмак из мира шутеров. Black Ops 4 — это игра, канон. То, за что мы любим Call of Duty. Про это Black Ops 4. Это очень проработанные карты, это реалистичная стрельба оружия. Вернулось чувство божественного праздника. Ты можешь расщеплять соперника, до смерти забить его красными кубиками. В игре звуковые спецэффекты Super Dolby Digital Atmos 4K XS Max. Просто какой-то фейерверк восприятия. Заканчивается матч, и ты просто выдыхаешь. Один лепрекон из нижнего интернета уже накрутил игре 4 балла на метакритике. Куда ты лезешь, хуесосина? Тебе ебать, если моя колда не нравится. Ты выйди со мной раз на раз, а не на ютубе выебывайся. Я тебя сожру и выстру, ублюдок. Тот Call of Duty, который все так любят и ждут, он вернулся. У игры есть одна проблема, она слишком превосходная. И она слишком дешевая. Мне дали... Я купил две копии. И есть претензия к Триарч. Не может такой труд так мало стоить. Это титаническая и невероятная работа, к которой я имел счастье прикоснуться. Эта игра навсегда ставит коричневое пятно в истории.